Всем привет! Пришла моя модель, и у нее когда-то давно, год назад, было сделано милирование, которое очень сильно отросло уже и практически смотрится одним целым. Плюс на солнце очень выгорел волос. Не знаю, видно, не видно на камеру, но видно, что он очень сильно выгорел. И хочется сделать относительно плавный переход. И на удачу как раз у меня сейчас появилась новая расческа, которые можно делать микромиллирование по сравнению со стандартной расческой. Да, вот смотрим, расческа она гораздо больше в размерах, и у нее вот такие вот хитрые зубчики, то есть она волос сама делит 50 на 50, половина волос остается в коротком зубе, половина проваливается в длинный зуб. То есть если мне нужно сделать милирование, сейчас я вам покажу. Если мне нужно сделать микромиллирование, то это нужно очень-очень-очень постараться и делать штопку. Процесс не быстрый. Да, вот я сделал, потом разделяю. В принципе, надо посмотреть на баланс. Будет он 50 на 50, но микромиллирование, оно получается все равно относительно крупное. И потом полоски видно будет. Вот. Если же делать расческой специальной для микромиллирования, то получается эффект, то есть мы волосы кладем на расческу, отпускаем, у нас половина волос провалилась. Затем, если особенно вот у мастера, у девушки есть маникюр, то есть нарощенные ногти, разделение идет, вставили палец и вытащили. Да, у нас получается микромиллирование с идеальным балансом. Прядки очень тоненькие, и эффект выглядит практически как AirTouch. Вот сейчас вот я буду делать. В принципе, подсветлю только теменную зону. И увидите, насколько будет прикольный эффект. Сейчас буду окрашивать и потом уже посмотрим. Процесс протекает, в принципе, намного быстрее, нежели чем делать штопкой. Как вы видите, разделение махом. Если нужно сделать разделение меньше, не 50 на 50, а, к примеру, сейчас покажу, 25 на 75, то мы берем, разделяем прядь волос. У нас получается идеальный баланс 50 на 50. И потом вот этот волос еще можем разделить пополам. И у нас получается баланс уже 75 на 25. Да, эти волосы мы милируем, а оставшийся волос можно вообще еще сделать вычес небольшой или тупировку. И кончики подкрасить, но они у нас так белые, подкрасить, и будет эффект совсем такого амбре уже. Хотя все делается всего лишь одной расческой. Реально удобно, реально быстро. Я уже несколько раз пробовал сделать милирование и микромиллирование, и прям доволен результатом. И поскольку прядочки очень тоненькие получаются, они окрашиваются быстрее, время выдержки сокращается почему-то. Может, потому что действительно тонкие пряди, но время выдержки сокращается в полтора раза. То есть, если раньше приходилось держать минут 40, то сейчас минут 25-30, и все, и уже идем в мойку смывать. На конце я краситель не наношу, потому что они светлые. Где я ее купил, в описании к видео оставлю ссылку на инстаграм продавца. Очень рекомендую. Я думаю, такая расческа, в принципе, если не у каждого мастера, то в каждом салоне, ну, просто обязана быть. С ней реально круто, легко, просто. Сегодня занимался с ученицей. Дал ей попробовать эту расческу, а у нее, поскольку опыта мало со штопкой, и ей, в принципе, очень понравилось разделение этой
расческой, осталась такая в восторге. Кто из мастеров пробовал, все говорят, что классно. Как вы видите, разделение вообще моментальное. Итак, милирование сделал, смыл. В общем, на нанесение у меня сделал больше, чуть больше темной зоны примерно, выделил вот так вот полголовы практически. На нанесение у меня ушло полчаса, время выдержки полчаса, 3% окислитель. Общее время на все ушло 1,5 часа, то есть с момента начала разведения красителя и вот до момента, когда я выключил фен, 1,5 часа, как вы видите, шикарное микромелирование, которое переходит в осветленные концы и тоже сглаживает этот переход. Везде по голове, как ни прочесывай, смотрится очень-очень-очень достойно, очень клево. В общем, расческу рекомендую, просто бомбическая. Сейчас попробуем совместить две фотографии, чтобы вы видели эффект до и после. Вот две фотографии, визуально видно до и после. Слева до, справа после. Периодически я буду рассказывать о каких-нибудь парикмахерских штуках, которые мне будут попадаться под руки, о прикольных действительно, то, что можно рекомендовать для приобретения. Буду еще делать сложное окрашивание. В последующем тоже с применением расчески вам покажу как-нибудь. По поводу коррекции отросших корней. Я буквально недавно делал коррекцию милирования с помощью расчески. Также вот мелкое микромилирование было, обычное милирование сделано. Кто в инстаграме на меня подписан, те видели, я в сторис выкладывал. Результат такой, что не видно вот этой вот разницы перехода. И я думаю, потом с последующей коррекцией вот такого микромилирования тоже проблем не должно быть. Всем привет, до скорых встреч!